Ну, ребят, 20 июля 2022. Нахожусь в комиссионном магазине. И вот это интересные такие свечи. Оригинальные. Не видел такой формы еще ни разу, видите. Такие две свечи в виде шишки. Очень красивые. Тяжелые такие, наверное, грамм по 700. Одна, вот вторая. Красивая. И вот такая вообще интересная свеча в виде распятия Иисуса. Тоже интересно. Ну вот задумался, хотел бы я ее зажигать. Вот фитиль, видите. Ну, для меня, наверное, было бы кощунством использовать такую свечу в быту как украшение, может быть. Не зажигая, а уже зажечь, чтобы она сгорала, наверное, я бы себе не позволил такое. Интересно. Thank you for watching, bye-bye.